Специальное предложение только сегодняшнего дня от легенды, от любимого бренда Greenworks. Бренд Greenworks у нас у всех ассоциируется именно с аккумуляторной техникой, которую мы сегодня вам и предлагаем. Без всяких шнуров. Представляете? Триммер для травки. Идеально подходящий. Сейчас вот закончится зима, мы приедем с вами на дачу, и вот весной все, начнется травка, будет расти очень быстро. Иногда, когда мы приезжаем на дачу, мы понимаем, что мы не можем газонокосилкой скосить высокую траву. А триммер вот тогда нам как раз и пригождается. Для сухостоя, для любой абсолютно по длине травы подойдет триммер от бренда Greenworks с аккумулятором. Главное предложение только сегодняшнего дня представят супермужчины Алексей Мичурин и Сергей Ефриков, представитель бренда Greenworks. Ну что ж, как говорится, сразу тело в дело, Олечка. Поэтому сразу показываю, как великолепно этот триммер справляется с травой. За счет лески, которая установлена в этот триммер, мы с вами скашиваем травку, но при этом абсолютно бережно относимся к декоративным растениям. То есть трава у нас скошена, а цветочек у нас целый и невредимый. Отлично. В чем же преимущество этого триммера, кроме того, что он позволит вам великолепно поддерживать свой газон в идеальном состоянии? Конечно же, преимущество его в том, что он аккумуляторный. Перед бензиновым преимущество то, что нет никаких выхлопных газов, нет, соответственно, никаких бензиновых смесей. Ну а перед электрическим нам не надо разматывать шнур, куда-то втыкать и так далее и тому подобное. Вот он, аккумулятор. На 2 ампер-часа, я потом спрошу более подробно, у тебя все цифры сейчас мы коротенько, на 2 ампер-часа, который вы вставляете в аккумулятор, в триммер и начинаете работать. Сереж, расскажи, пожалуйста, про бренд Greenworks. Понятно, что все постоянные телезрители с ним знакомы, но, может быть, у нас есть новые клиенты. Ну, я думаю, все уже знают бренд Greenworks, но еще раз скажу, что бренд Greenworks – это собственный бренд международной корпорации Globe Tools со штаб-квартирой в Соединенных Штатах Америки, отделом разработок в Швеции и собственным заводом в Китае. Бренд Greenworks выпускается с 2000 года. 22 года. Да, уже 22 года. И это в основном аккумуляторная и электрическая техника. Да, основной техникой является именно аккумуляторная. У нас есть несколько моделей электрической техники, но основной упор именно на аккумуляторную, потому что она простая, она легкая и самое экологичное. Ну и можно сказать, что Greenworks является, наверное, самой продвинутой в этой области компанией, потому что 22 года на рынке аккумуляторной техники, когда мы только еще слышали об этом, да, и не могли пощупать, это, конечно, большой опыт, приобретенный за это время. Да, друзья, сегодня очень выгодная стоимость. Я еще раз от всей страны, от всей... Поздравляю вас, мальчики, с 23 февраля. Ура, ура, ура. Да. Дорогие наши любимые мужчины, это настоящий подарок и для вас, не только для нас, для женщин. Потому что первоочередно мне прям нравится, что легчайший наш триммер, женщины тоже справятся. Но и цена, она тоже праздничная. У нас сегодня цена даже ниже 2020 года. С 1 марта в магазинах все цены поднимут на садовую технику. У нас сейчас есть уникальная с вами возможность приобрести триммер, который стоил в 2020 году гораздо дороже. 7 499 рублей. Надо брать. Плюс бесплатная доставка в любой регион России. В комплекте вы получаете зарядное устройство и сам аккумулятор, который отдельно с зарядкой стоит более 8 тысяч рублей. Здесь он прилагается, ну, как подарок. За один эфир продается по статистике более 500 таких триммеров. Поэтому успейте его сегодня в честь праздника 23 февраля. Обязательно заказать и подготовиться, вооружиться к весне. Слушайте, ребят, вот, например, у меня есть триммер на шнуре, ну, на даче, да, но он вечно не дотягивается. Он, в принципе, у меня шнур достаточно длинный, вот на этой катушке, но не дотягивается до самого уязвимого места возле калитки. Да, и там да. У нас всегда заросли. Редко мы, знаете, вручную вот так вот все обрываем. Более того, Оля, иногда шнуры еще и перебиваются, переламываются, это короткое замыкание, это, соответственно, портится у нас вся электропроводка. Здесь никакого электричества, я имею в виду, проводного нет. Здесь абсолютно беспроводная технология за счет аккумулятора. И это дает нам возможности чувствовать себя свободным. Можно не только на даче косить, но и выехать куда-нибудь в лес, допустим, лужаечку покосить, привести в порядок, либо во двор своего дома. Ну и идеальный результат за короткий промежуток времени. Так, вот смотрите, друзья,
Мы сегодня выбираем аккумуляторную технику и должны четко понимать, насколько нам хватит аккумулятора. Зарядки аккумулятора, Сереж. Вот такого аккумулятора 2 ампер-часа хватит на 30 минут непрерывной работы. Сколько он заряжается, сразу вопрос? Ну, практически столько он и заряжается. То есть стандартное зарядное устройство заряжает его порядка 30 минут. То есть быстрая зарядка, вам не нужно тратить 5-6 часов, когда он зарядится, вы быстро заряжаете и быстро начинаете работать. Да, и это самый стабильный на данный момент аккумулятор. Это литий-ионные аккумуляторы, в которых используются аккумуляторные ячейки строго класса А. Это самый высокий класс аккумуляторных ячеек. Благодаря чему аккумулятор всегда выдает полную мощность. То есть нет такого, что полностью заряженный аккумулятор, триммер прям летает, хорошо стрижет, а остается немного заряда, и триммер не тянет. Здесь такого нет. Аккумулятор всегда выдает полную мощность, и триммер всегда работает полной отдачей. Ну, то есть можно сказать, здесь используется самая передовая технология по производству аккумулятора. Значит, аккумулятор прослужит длительное время. Сергей, ну теперь расскажите. Вот минимальный срок службы аккумулятора 1500 циклов заряда-разряда. Супер. Ну и давайте посмотрим на результаты. Вот смотрите, когда мы приезжаем на дачу в мае месяце, может быть, не сразу можем, когда травка только всходит, трава уже высокая, бывают сухостои. Вот обычной газонокосилкой невозможно скосить высокую траву, согласитесь. Да. Для этого подходит только триммер. Только триммер, особенно нельзя косить высокую траву. Сергей, у нас остается очень мало времени, расскажите еще про катушку и двигатель. Вот катушка, здесь я вижу, никаких кнопок нет, как удлинять. Все очень просто, катушка полный автомат, то есть смысл в том, что при каждом новом запуске леска удлиняется автоматически на 5 миллиметров, и излишек лески обрезается об специальный нож. Да. То есть всегда леска имеет нужный размер. Толщина лески 1,6 миллиметра. 1,65, да. 1,65 миллиметра. Главное, очень удобно ее всегда можно поменять. То есть намотать, я снимаю крышку, достаю вот эту шпульку, и на нее всегда могу намотать. Друзья, очень много положительных отзывов. Вот, например, семья Григорьевых, спасибо вам большое за отзыв. Самое большое достоинство триммера – отсутствие возни с бензином и маслом. Абсолютно с вами согласна. Легкий триммер, смотрите, друзья! Ловите! Легкий, аккумуляторный. Такой цены не будет никогда. Цена ниже 2020 года. Сегодня по самой выгодной цене с бесплатной доставкой. Успейте заказать.